Итак, всем привет, друзья. Был вопрос от подписчика. В центральной части панели приборов, значит, вот этот блочок управления климатической системой, то есть управление вентилятором, управление заслонками и управление температурами. В общем, узел климат-контроля. При помощи плоской отвертки отделите основание центральной панели управления. То есть при помощи плоской отвертки. Не знаю, вот видите плоская отвертка. У нас специальные лопатки, которые все это дело подцепляют без каких-либо повреждений. И вот эта вот панель сама центральная, где находится непосредственно блок управления климатической системой, так скажем, пульт управления климатической системой, да, пульт управления климатической системой, она отщелкивается, далее отщелкивается, она остается у вас в руках. И я рассказывал по поводу профилактики вот этих вот контактов, вот этой вот крутилочки температуры. То есть бывает, контакты там окисляются, то есть нужна профилактика, смазка контактов, специальные для контактов смазки. Можно сделать профилактику. Снимаете, дальше изнутри там 4 саморезика, которые держат непосредственно пульт управления. Все это дело вытаскиваете и делайте профилактику. Так, это что касается центральной вот этой вот центрального элемента приборной панели. Так, дальше я вот здесь вот открыл общую схему деталей. То есть вот эта вот часть, она отщелкивается лопатками от основной приборной панели. И далее сам пульт климатической системы крепится вот здесь на 4 саморезах. То есть его можно снять, он как бы снять эту крутилочку и сделать профилактику контактной группы. Так что все делается, ребята. Если у кого-то есть проблемы с этим блоком, попробуйте для начала сделать профилактику контактной группы, контактов, а потом уже, так скажем, если не поможет данная процедура, тогда уже явно проверите питание, которое подходит на дальний пульт управления. Если питание есть, то, соответственно, если он у вас перестал работать, значит, под замену вот этот вот пульт управления климатической системой. Все, ребята, надеюсь, видео было полезным. Всем пока, до новых встреч.